Здорово, народ! Вы на канале Дед Сергей, и в этом видео расскажу о том, как расширить инвентарь в нашей любимой Зельде. Поехали! Для того, чтобы максимально расширить свой инвентарь, нам всего лишь нужно помогать корокам. Короков в Хайруле великое множество, это обычно либо доставка одного друга к другому, либо решение загадки, либо просто висит, не знаю, какой-нибудь желудь. Стреляем, оказывается там корок. Награду мы с тобой получаем золотые семечки, но по мне это какое-то золотое говно. Корков мы с тобой найдем великое множество, просто изучая огромный открытый мир. Кто хочет всего и сразу, придется воспользоваться интерактивной картой. Она уже давно есть, так что если нужно, найдешь. Как только насобирал семечек, смотри куда идти. Вышка дозорного форта, двигаемся мы с тобой по дороге наверх, доходим до развязки и продолжаем движение прямо к вышке уха Лендера. Примерно посередине пути мы с тобой встретим нашего NPC. Вот так вот он выглядит, зовут его Эсту. Поговоришь с ним, и он предложит тебе забрать твои королевские семечки. В обмен он увеличит твой инвентарь. Выбирай, какую сумку хочешь улучшить. Я бы начал с улучшения непосредственно оружия. Первое улучшение стоило одну семечку. Второе улучшение уже две семечки. Третьего улучшения не будет, так как Эсту свалил. Но он нам сказал, что пойдет куда-то на восток. Далее мы с тобой отправляемся в дозорный форт и находим здесь нашего Эсту. Буквально на днях я нашел вот такую прекрасную маску корока. Она всячески сигнализирует, когда рядом корок. Поэтому искать короков становится в разы проще. Небольшая ремарка. Большое спасибо за внезапный донат Ревайду. Вижу я все и сразу, но, к сожалению, поблагодарить именно видео получается только с задержкой, так как все видео выходят в определенной очереди. И далее мы с тобой отправляемся в лес корков. Находится он вот здесь. И так легко ты сюда не попадешь, потому что лес покрыт каким-то то ли дымом, то ли туманом. Нам с тобой нужно попасть вот в эту каверну. Тут все в принципе просто, прыгаем в каверну и давай покажу, к какой точке нам с тобой нужно прийти. В кавернах нам нужно прийти как бы под лес корков. Нас интересует вот это место. То есть оттуда мы с тобой чар-порталом перемещаемся прямо в лес корков. Добегаем до точки. Находится она вот здесь. И перемещаемся. Тут короки немного приуныли, поэтому нам нужно им помочь. Итак, смотри, прямо под деревом есть вход. Нам с тобой нужно прыгнуть вниз. Здесь будет небольшая битва, так что советую к ней подготовиться как можно лучше. Руки я обычно убиваю бомбоцветом. Еще бы попадать. Убить фантома не так уж и сложно, думаю, ты справишься. Как только победишь Ганона, сюда приходит Эсту. И прокачиваться теперь будешь всегда именно здесь. Теперь ты знаешь все три точки, где можно найти Эсту. Осталось дело за малым. Судя по интерактивной карте, надо собрать всего лишь 1000 короков. Вот в принципе и все. Если видео понравилось, пригодилось, ставь лайк. Если хочешь поддержать канал, то подпишись на канал. Ну и все, друзья. Всем пока-пока.